Такая красота. Верно. Я знаю картину, что стоит повесить над камином. Она в Нью-Йорке. Если будет время, принеси ее мне. Разумеется. Хорошо. Правда, дом, где она была, стоял на пути большого пожара. Если ее нет, не волнуйся. Коннор, на пару слов. Что вы думаете о наших краях, доктор? Тут красиво. Я рад, что вы меня нашли. Но если честно, люди за пределами нашей общины бегут от меня как от чумы. Я долго недоумевал, но тут посыльный принес мне это. Англичане требовали, чтобы я не лечил патриотов и их сторонников. Я отказался, и они решили лишить меня практики. И теперь они продолжают клеветать на меня. Еще немного, и мне придется уехать. Вы нужны нам. Я сделаю все, чтобы прекратить эту клевету. Сперва найдите посыльного, который это принес. Он из Бостона. Коннор, что происходит? Этот малый рыскал вокруг трактира. Я поприжал его. Он вроде ищет дезертира по кличке Большой Дэйв. Говорит он один. Все так? Да, я один. Я клянусь. Боже, еще один, Коннор. Если он вернется к офицерам, мне конец.
Но! Где он? Этот трус пнул меня по причиндалам и швырнул песком в глаза Дэйву. Теперь ищи свищи. Плохо это, Конор. Да. Теперь будем ждать гостей. Что ни день, так у детей ссадины до шишки. Теперь, как доктор появился, хоть вздохну полегче. Как я вас понимаю? Мария носится тут повсюду, как безумная. Норрис вчера нашел ее в руднике. Колено разбило в кровь. Что за девчонка? Похоже, у вас с ними дел по горло. И не говорите. Конор, все ужасно рады, что тут теперь есть доктор. Спасибо, что пригласили его сюда. Он приехал ради вас. Я лишь передал приглашение. Снова ты? Принес чего-нибудь? Ха-ха-ха, чтоб мне лопнуть, заслужил свою бумажонку. Обязательно расскажи, что там было. Thank you.
Вы ей доверяете? Жизнь бы доверил, сэр. Здрасте, я Аманда. А вы, верно, капитан? Так, и что стряслось? Ты являешься в мой кабачок в поисках канониров. А теперь ходят слухи, что призрак Северных морей вернулся в Атлантику. Аквила вернулся, и мне нужна его помощь. Николас Бидл теперь служит патриотом. Он капитан Рэндольфа, но он грабит Нантакет, уверяя, что это аванпост лоялистов. И где он сейчас? Легок на помине. Под палубу, Мэнди, так спокойней. Я хочу все увидеть сам. Рэндольф атакует торговое судно недалеко от нас. Приказы. Все наверх! По местам! Надо узнать, что задумал Бидл. И лучше поспешить. Что еще вы знаете о Бидле? Конгресс где-то отыскал для него новенький корабль. Британский рулевой, капитан фрегата колонистов. Что-то здесь не так. Не зевай, парни! Шквал, держись! Шквалы, приводи к ветру! Нас несет на камни! Поворачивайте! Нужно подойти для выстрела! Кормите их рыбам! Ходит шторм, капитан. И, похоже, сильный. По фальшборту с нами! Все паруса, парни! Поднять все паруса! Дайте пол паруса! Отлично, сэр, отлично! Давай, блинкани! На милость этих англичан.
Зачем Бидлу это нужно? Нам так и земля патриотов. Блин! По его приятелям ясно видно, что они служит он кому-то другому. Не стреляйте, торговца! Заволки! Огонь! Блин! Огонь! Вперед! Сэр, он спасен. Что дальше? Идем за Рэндальфом. Они поворачиваются! Капитан! Кто это? Капитан! Судя по кливерам, англичане. А где Рэндальф? Исчез, капитан. Просто сбежал. Дескать, сами разбирайтесь. Но меня куда больше волнует этот шторм. Выбор у нас невелик. Да, ловите момент, стреляйте между волн. А потом надо найти гавань, кто нас потопит не пушки. Стой! Фальконаты! По сигналу! Огонь! Вы готовы, сэр? Приготовь! Фальконеты! От шторма, капитан. Согласен, мистер Фолкнер. Идем к Виньярду. В жизни не видел такой погоды. Редко, но бывает. Вы молодец. Меня бесит только, что Бидл нынче патриот. Зачем он тогда помогает британцам? Что там, дружки его? Как убедить континентальный конгресс, что флоту нужны еще корабли? Про англичану побережье достаточная причина для недовольства. Сначала обстрел Виньярда, теперь это. Бидл явно метит в адмиралы и хочет выставить дело в нужном для этого свете. Ловко вы, капитан. Я смотрела с батарейной палубы. А что ты там делала? Я же велел тебе спрятаться. Все в порядке, Бобби, не волнуйся. Жители Нантакета вам очень благодарны. И я тоже. Я так рада.